64 шахматное обозрение. Лучшем московском музее фотографии, посвященной шахматам. Это большое событие, тем более с учетом того, что оно проходит одновременно с матчем на первенство мира по шахматам в Москве. Этого матча, такого события в Москве не было уже 27 лет. И мы благодарны организаторам выставки за то, что они смогли собрать уникальные фотографии и наборы шахмат, которые говорят о том, что шахматы – древняя игра, но в то же время очень современная игра, очень эмоциональная игра. Лица людей на фотографиях и уникальность шахматных фигур показывает, что к этому всегда был интерес, что люди относились к шахматам как к искусству, а не только как к игре, к спорту, и что есть шанс на возрождение шахмат, в том числе и у нас в России. Эта выставка – это как раз сигнал, что мы вернулись на самую передовую позицию в мире. Москва опять становится шахматной столицей. Так что мы только начинаем. И вы абсолютно правы, что потери были, но мы теперь их полностью компенсировали и идем вперед.